дизайнер, монтажер, оператор, корреспондент. Маленькая СМИ в стенах школы. Медиацентр в гимназии номер 14 активно развивается. В этом году ребята создали свой логотип. На нем красуется хитрая лиса. За нее единогласно проголосовала вся команда. Мы сделали, так скажем, ребрендинг, придумали свой маскот, нашу лису сделали форму. У нас открылся наш собственный кабинет, где мы и производим контент. И в нашей команде каждый отвечает за что-то свое. Сделать качественный контент и поделиться им с другими. Интересно рассказать о жизни школы. Медиацентр раскрывает творческий потенциал учеников. Нашим воспитанникам это нравится, они делают это с удовольствием, от души, и количество участников каждый раз все увеличивается. Разные репортажи делать на разные темы, на наши достижения, на федеральные проекты, вообще на жизнь школы. Кубинская и Лесногородские школы, Одинцовская лингвистическая и 14-я гимназии. Школьники собрались на региональный семинар «Классные встречи». Анастасия Белоусова, активистка уже 3 года. За это время поучаствовала во многих проектах. Признается, главное в ее команде – сплоченность. На встрече с коллегами решила поделиться своими планами. Я думаю, что в скором времени, в планах, по крайней мере, это есть, мы будем запускать подкасты, клипы, которые планируются развиваться не только на нашу школу, но и на муниципалитет, и дальше, думаю, дальше больше. Самое главное, что помимо профессиональных навыков, дети развивают еще и социальные. Учатся принимать решения, брать ответственность, работать в коллективе, договариваться друг с другом и даже руководить. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».